Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 29, упражнение номер 2. На аэродроме 20 самолетов. Сколько всего троек самолетов может подняться в воздух? Сколько при этом самолетов останется на земле? Итак, нам известно, что на аэродроме 20 самолетов. Нужно узнать, сколько троек самолетов может подняться в воздух. То есть, сколько раз по 3 самолета может подняться в воздух. И сколько при этом самолетов останется на земле. Для этого нам нужно 20 разделить по 3. 20 на 3 не делится, делится 18 на 3. Это получается 6. Мы разделили 18, значит, из 20 вычитаем 18, получается 2, остаток 2. Итак, 20 разделили на 3, получили 6, остаток 2. Итак, 6 троек самолета может подняться в воздух. При этом на земле останется 2 самолета. Записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем 6 троек самолетов, запятая 2 самолета, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.